Здравствуйте, Валерий. Я слушаю ваши лекции, мне очень нравится. Но я хотела сказать вам про болезнь. Чтобы найти доктора, это как единственного вас было найти, который в Самаре такой человек делает такой серебряный век. Поэтому очень сложно. Так и доктора. Вот моя мать, она поехала с Бологое, мы жили в Бологое, и в Питер, чтобы она подцепила грибок в бане. И вот искала в железнодорожной поликлинике в Питере был такой доктор, который это лечил. Он придумал сам лекарство на основе уксуса даже вроде. Надо было, конечно, все это рецепт, потому что вся это такая опасная болезнь. И вот она там нашла. Так что доктора найти трудно. Вот такие дела. А меня она хотела, у меня все время был насморк, и сначала мне сделали проколы здесь, в институте уха, горла, носа в Петербурге. А потом они еще захотели мне голову долбить, хотя у меня никаких таких не было симптомов, чтобы идти на такое дело. Так что я сказала, нет, голову я свою не отдам, хотя мне было 6 лет. Поэтому и так мозги не варят, а тут вообще сломают все мозги. Вот так что, Валерий, искать надо долго доктора, чтобы он вылечил вашу болезнь. Пока-пока. All the best. Спасибо вам за лекции. Просто кайф, я узнала. Хоть серебряный век, то из школы ничего. Так что всего давайте ищите доктора, и вам он поможет. Настоящего только. Пока-пока.